Всем пиз, салют, вы на лучшем канале. Это Ру ТВ и я Ханна. С нами десятка крутых музыкантов, и мы продолжаем наслаждаться талантом. А прежде чем продолжить качать, вспомним тех, кто открыл этот чарт. На 10-м месте Дина MC 47 с клипом «Время». Наша надежда, далее зажигает в темноте Макс Корж. За мной в темноте лето. Восьмую строчку делят между собой АК-47 и Тати. На 7-м месте Надюля и диджей Пилуан. Почувствуй. А я Бо от группы Мозги на 6-м месте. Себе все объяснив. На 5-м месте Кристина Си с треком «Мне не смешно». Четвертая строчка у Тимати, Саши Честа и их лучшего друга. Тройку лидеров открыл чемпион мира Влади. И на 2-м месте успешный Элван с треком «Все или ничего». Да-да-да-да! Парни и девушки с именем Вася, можете порадоваться за своего тезку Васю Вакуленко. Баста сегодня на 1-м месте со своим клипом «Там, где нас нет». И это 2-я неделя первенства в хип-хоп-чарте на Ру-ТВ. Мои вам поздравления. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настежь. Их печаль, что не в день, как счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть, отбирайся, там, да только я бы все равно. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настежь. Эх, печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. Перед образами кричу с тремя перстами, молюсь, но знаю я, душа болеть не перестанет. Мы лютый сплав, на нас негде пробу ставить. На веки, веки ставим мы на кресте, хоть и на нас крестанет. Доля русская, мы на эту долю вдоль в полном праве. Родина не отпустит, породила сама, сама и удавит. И вместо слезок у нее сок березовый. Все легко мне без нее, но ее мне нелегко забыть. Твоя воля, кого миловать, а кого казнить. За тебя, твои детки, готовы лечь костьми. На закате сил играть, встал за миг до зари совсем седым. Проиграл я все, хоть все были козыри. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настежь. Эх, печаль, что не в деньги счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть, отбирайся, там, да только я в них все равно сорник. Эх ты, родина, мамочка, боженька, папочка, на волочке облачка, солнце, лампочка, дом казенный, резная изба, избушка, расписные хоромы, каленая дверь, а в двери кормушка, где родился, там и пригодился, так говорят вроде, но край, где пригодился, я не стал мне родиной. Тут не будет так, как у них там, не тот кайф, не тот приход, брат, не тот выхлоп. Давно не виделись отцом, а телефон для по душам не то. Видимо, срок не вышел, ну, значит, нам потом. Тетушки да бабки повязали черные платки, отнеси, брат, за меня, батя, 100 алых гвоздей. У нас все так, приходим в этот мир не по своей воле, не по своей уходим. И грудь пробила дробь, черная смородина, эх. Мама, мама, родина. Это дверь в одну сторону, один раз открыв, обратно не закроешь. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настежь. Эх, печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. Рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть, отбирайся, там, да только я в них все равно сорву. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настежь. Эх, печаль.
печали, что не деньги счастье. А то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных. И пустил на ветер я все, что спер сказны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть. А ты райский, там-то только я в них все равно сорник. А вы знали, что слово «хип-хоп» зародилось среди рабочего класса в Нью-Йорке 12 ноября 1974 года? Теперь знаете. На этом сегодня все. Это был «Хип-хоп Чарт» с Ханной. Всем peace. И не забывайте голосовать за своих кумиров на сайте РУ-ТВ. Пока-пока.